Если вы испытываете неуверенность в себе, неуверенность в завтрашнем дне, если вы боитесь конфликтов, если вам страшно и вы чувствуете себя брошенным и одиноким, то это видео специально для вас. Я попытаюсь перепрограммировать ваш разум через это видео, чтобы вы чувствовали себя максимально уверенно, заряженно и бодро, потому что это корень, понимаете? Воздержание само по себе – это фундамент, это базовый фундамент, который дает уверенность в себе и силу. И это сексуальная энергия, которая преобразуется и материализуется, и мы все сами знаем, какую она силу в себе содержит. Когда мы накапливаем в себе огромное количество энергии, мы сначала мучаемся, проходим какие-то ломки, то есть нам бывает хреново, но потом это все окупается счастливой жизнью, потому что нам больше не приходится страдать, мы уже вышли за пределы. И нам не бывает необходимости искать удовольствие, потому что мы можем уже находить его в мелочах. Когда мы полностью сначала урезаем все удовольствия, в конце мы можем испытывать удовольствие в принципе от самой жизни, потому что избавляем себя от ответственности. И я вас поздравляю, что вы наткнулись на это видео и можете сейчас его прослушивать, потому что прямо сейчас вы программируете себя на уверенность в себе. И вы можете уверены быть в завтрашнем дне, и то, что вы надежно защищены и находитесь под опекой, и что все мы это люди из одного места, как бы это странно ни звучало, потому что слово одного места люди каждый может понимать по-своему, но одно место это имеется в виду, что источник, что каждый человек это уникальное создание по-своему, что каждый человек, вот даже ты уникальное создание, у тебя есть дар, ты можешь творить, создавать, созидать, но мы все одно целое, это очень трудно объяснить, но это действительно так. Вот, достаточно короткое видео получилось, но я не знаю. Если оно вам понравилось, вы можете поставить лайк и поддержать меня своей подпиской и положительным комментарием. Если же оно вам не понравилось, вы можете тоже на эту тему написать в комментариях, что именно вас не устроило. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!